А Мичка в новом сезоне будет бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Об этом руководство волейбольного клуба сообщило сегодня на пресс-конференции. Бюджет Амички на 2015 год сохранится в том же объеме. В этом сезоне в команде будет только один легионер – Нэнси Карильо. От приглашения забивной сербской нападающей Бранкича Михайлович решили отказаться. Заявлено, что это общее решение тренерского состава и руководства клуба. Оставить именно команду в таком составе, в котором она сегодня есть. У нас на сегодняшний день 5 игроков новых, и все они из Суперлиги. Могу их озвучить, хотя это все есть у нас на сайте. Это Анна Макарова, Елена Ирисова, Валерия Шатунова, Дарья Талышева и Маргарита Курила. Без Мамадова и Михайлович игра команды будет несколько иной. Чем Амичка удивит болельщиков в новом сезоне, рассказал главный тренер Зоран Терзич. Сада другую концепцию экипы. Будем играть немного по-другому, быстрее, улучшим прием и при этом сохраним мощь в атаках. Это будет зрелищная, интересная игра. С более приемом. Борьба на два фронта никого не пугает. Опыт минувшего сезона дорогого стоит. Делить матчи по степени важности никто не будет. По словам нового капитана Амички Марины Бабешиной, все предсезонные задачи выполнены, команда готова к официальным матчам. На каждую игру настраивается как на очень серьезную, как, скажем, на последнюю, и выходить и играть в полную силу. Независимо, какая это команда, Турция или из России какая-то команда, выходить всегда с одним настроем. Первый матч чемпионата наши волейболистки проведут 24 октября. На своем паркете Амичка сыграет с Заречьем Одинцова. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна 7.